Здравствуйте, с вами Дина Краснова, и в сегодняшнем видео я расскажу, как загрузить в программу логотип, чтобы он отображался, например, на таком документе, как счет покупателя. Сначала нужно загрузить логотип, для этого мы заходим в сведения об организации, можно вот по гиперссылке с названием организации щелкать, можно заходить через настройки реквизиты организации. И вот здесь вот есть логотип и печать, куда можно загрузить логотип. И также можно загрузить печать, можно загрузить подпись, если вам это нужно. Я покажу именно, как загружается логотип, но печать и подпись загружаются точно так же. Нажимаем на гиперссылку и находим тот логотип, который мы хотим загрузить. Вот у меня логотип загрузился. Я могу либо записать, и либо записать и закрыть сразу. В принципе, это не нужно мне. И теперь при формировании счета у меня будет этот логотип отображаться. Например, я открою какой-нибудь счет, который уже у меня сформирован. И посмотрю, как выглядит его печатная форма. То есть счет на оплату. А теперь вот здесь вот добавляется логотип, который я загрузил. Вот так в программе 1С Бухгалтерия можно загружать логотип для того, чтобы он выводился уже в документах. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в моих следующих видео. Exactly.